Спонсор программы «Семечки от Мартина». «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте. У каждого из нас свои особенности. Мы так не похожи друг на друга. Нас разделяют странные привычки, но всегда есть то, что нас объединяет. Любовь к качеству. Майонез от Максима. Добавьте вкуса в вашу жизнь. В эфире прогноз погоды в Приморье на пятницу 25 июня. В Лесозаводске ясно, в Дальнереченске практически безоблачно и 27 градусов со знаком плюс. В Мельничном плюс 27 и солнечно. В Тернее небольшая облачность, плюс 24. В Дальнегорске возможен дождь с грозой и до 26 градусов тепла. В Ольге и в Кавалерово небольшой дождь и 27 градусов со знаком плюс. В Чугуевке, Арсеньеве и Спасске Дальнем без осадков, плюс 27, плюс 28 градусов. В Камен-Рыболовье в Пограничном практически безоблачно, плюс 27, плюс 28. В Находке 21 градус со знаком плюс, в Партизанске 26, небольшая облачность. В Артеме и в Уссурийске без осадков, плюс 25, плюс 27 градусов. Знаете, где быстро пройти высокоточное рентгеновское исследование? В медицинском центре «Санас». Рентгенодиагностика при любых видах повреждений и заболеваний. Органов грудной полости, желудка, пищеводно-костной системы и позвоночника. 260-60-40. В дальневосточной столице в пятницу 25 июня ожидается небольшая облачность. Ветер умеренный, будет дуть с юга. Атмосферное давление по-прежнему немного понижено. В утренние часы температура воздуха плюс 15 градусов, днем до 20 тепла. Продаж однокомнатных квартир в домах номер 7 и 8 жилого комплекса «Восточный луч». Успей купить на начальном этапе строительства, потом будет дороже. Подробности по телефону 279-07-47. Прогноз погоды в местах отдыха на пятницу 25 июня. В пригороде Владивостока и в бухтах Лазурной, Муравьиной без осадков плюс 21 градус. На островах Русском, Поповой, Рейнике плюс 16, плюс 17 и в основном солнечно. В Хасанском районе малооблачная погода, в Андреевке плюс 20 градусов, на Витязи плюс 17, в Рязановке плюс 21, в Славянке плюс 18, в Безверхово 20 тепла. В бухте Анна пройдет небольшой дождь и 20 градусов со знаком плюс. В Ливаде также плюс 20, но ясно. В бухтах Валентина Триозерье малооблачно, плюс 19, плюс 20 градусов. В Преображении ясно и 19 градусов тепла. В Кировском районе малооблачно, плюс 25, плюс 27 градусов. Очень хорошая клиника и внимательный персонал. Знаю такой центр, там очень хорошие специалисты. Центр современной офтальмологии. Владивосток, Русская, 59Г. Телефон офтальмолога 203-03-03. Прогноз погоды в странах АТР на пятницу 25 июня. В центральных и южных районах Японии пройдет небольшой дождь. В Саппоре и в Токио плюс 26 градусов, в Осаке плюс 30. Дождь ожидается и в северных районах Китая. В Харбине плюс 31 градус, в Даляне плюс 24, в Шанхае 30 градусов жары. На севере Корейского полуострова небольшой дождь, в Пхеньяне плюс 27. На юге Кореи также незначительные осадки, в Сеуле плюс 26 градусов, в Пусане плюс 25. На Тайване кратковременный дождь, в Тайбэе 31 градус со знаком плюс. На всей территории Вьетнама пройдут дожди, местами с грозами. В Ханое плюс 36 градусов, в Дананге плюс 39, в Хошимине плюс 33. В Таиланде небольшой дождь, на Пхукете 32 градуса со знаком плюс. В Куала-Лумпуре кратковременные осадки плюс 30. В Сингапуре плюс 31 и тоже пройдет небольшой дождь.